В музейно-выставочном комплексе открылась новая выставка. Но на этот раз не картин и не экспонатов, а живых пауков. Самые редкие виды членистоногих привезли из Алтайского края. Все подробности у Луизы Егезарян. Официальное название этого паука – Тарафоза блонда, но он больше известен как паук горя. Самый крупный вид паука на планете, который по размаху лап может достигать около 30 сантиметров. С 1967 года этот вид пауков внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире, как по весу, так и по размеру. Свой статус Тарафоза блонда сохранил до сих пор. Егор Рыбаков считает эту особь жемчужиной своей коллекции, которую он собирает ни много ни мало 11 лет. Мы познакомились, в общем, с туристами у себя там дома на Алтае. Как-то с ними очень сдружились, начали общаться. И своими рассказами, они фанаты своего дела, так скажем, как говорится. И нас увлекли. Но тоже желание заводить пауков у нас не появилось. И просто в одно прекрасное лето они нам привезли, подарили 3 птицеедов. Сказали, что это наши питомцы. Все. Деваться нам некуда. Постепенно Егор стал заниматься коллекционированием. Сейчас у него дома 138 членистоногих. Это не только пауки, но и ядовитые скорпионы и многоножки. Со своими питомцами житель Алтайского края объездил уже более 20 городов. В Люберцы зооколлекционер привез 40 террариумов. Если вы панически боитесь пауков, то вам непременно стоит посетить эту выставку. По статистике, у большинства людей после таких добровольных визитов навсегда пропадает боязнь перед членистоногими. Правду говорят, чтобы победить страх, нужно посмотреть ему в лицо. Познакомиться с удивительным миром пауков можно до 19 декабря. Следующей точкой путешествия членистоногих станет Москва. В дальнейшем свою живую выставку Егор Рыбаков представит за пределами России. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.